Вы хотите приготовить вкусный ужин, друзья? Обязательно смотрим видео до конца и, конечно, готовим вместе со мной. Всем привет! Зовут меня Станислав, вы на канале Шустрый Бум, и я сегодня готовлю вкусный ужин, он же может быть и обед. Начинаем готовить, погнали! Беру 600 грамм куриного фарша, добавляю свежемолотого черного перца, обильненько. Люблю вообще мясные блюда там, где очень много перца. Если вы не любите, ставьте чуть-чуть меньше. Слегка присолю. Именно слегка. Фарш пока оставляем в сторону и займемся луком. Нарезаем мелко. Я беру зеленый лук. Он намного вкуснее, нежнее, тем более лето. Хочется чуть больше витаминчиков. Отправляю лук к фаршу. И добавлю чуть-чуть базилика, буквально пол чайной ложки, сладкой паприки лепестковой. И фарш нужно хорошенечко замешать. Отправляю фарш в форму, форму застелил пергаментом и делаем такие котлетки. Вот такие вот у нас получились котлеточки. Очень красочно смотрится. Уже очень аппетитно. Но конечный результат, конечно, превосходит все ожидания. Также нам понадобится молодой картофель. Терка крупная. И натираем через крупную терку. Отправляю картофель в миску. Картофель слегка отжимаем. Жидкость слили и добавляю ложку столовую сметаны. Так же, как и мясо, слегка перчим и слегка присолим. Сметанка добавляется для того, чтобы картофель не чернел при жарке. Ну и, конечно, он добавляет свою изюминку, свой вкус. Обязательно попробуйте. На каждую котлетку выкладываю картофель. Ну вот и все, друзья. Самое главное мы сделали. Теперь отправляем в духовку. Упекать буду при температуре 200 градусов, примерно 35-40 минут. Сверху все это присыпаю соленой брынзой. Ну что, друзья, пробуем. С соленой брынзой очень вкусно, друзья. Обязательно попробуйте. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.